отчитываются перед своими избирателями, и далее отчет вывешивается на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники. Часть депутатов, 7 депутатов у нас уже отчитались в феврале, и 3 депутата у нас отчитываются в конце марта, тоже с первого квартала. Регламент мы выдержали. Информация об отчете была опубликована на официальном сайте, как предполагает порядок. И сегодня перед вами три директора школ, три главные депутата, самого главного депутата муниципального округа Нагатино-Садовники, депутаты Совета депутатов. И они представят свои отчеты по регламенту до 7 минут каждому на отчет. Сначала все три отчета, потом вы можете задать вопросы. Ну, надеюсь, что вы знаете, что в пределах компетенции депутатов.